ЕГДН выберем. Тут очень хорошо, я думаю, преподают, и очень хорошие отзывы от этого вуза идут. У меня много друзей, которые здесь учатся, и очень хорошие отзывы. Говорят, что здесь интересно и много возможностей. Я планирую поступать в этот университет на рекламу и связь с общественностью. Достаточно знаменитый университет, престижный. Больше всего привлекает юридический факультет, уже есть знания в этой области, и юристы востребованы из этого института. И именно поэтому я хочу сюда поступить. Сегодня я сюда пришла, потому что я никак не могу определиться с выбором института, и, может быть, этот день открытых дверей поможет мне сделать свой выбор. Мне кажется, он такой колоритный вообще институт, интересно вообще общаться с людьми новыми. Дружба народов – это здорово, разные страны – это привлекает. Выбор университета – задача не из легких. Важно не ошибиться со специальностью и местом обучения, ведь от этого зависит не только уровень образования, но и успешность дальнейшей карьеры. Для того, чтобы помочь будущим студентам выбрать подходящий для себя вуз и определиться с профессией, 3 раза в год в РУДН проходят Дни открытых дверей. На различных стендах университета представлена информация об учебном процессе, культурной жизни, образовательных программах и других возможностях, которые дает РУДН. Студенты и преподаватели охотно отвечают на вопросы абитуриентов и дают ценные советы, которые, несомненно, пригодятся при поступлении. Это очень важно и для родителей, и для абитуриентов, потому что предстоит выбрать будущую судьбу себе и своему ребенку. Все студенты нашего университета не только изучают иностранные языки и получают дипломы переводчиков, но они могут общаться с представителями культур, представляющих данные языки. И, естественно, перенимают не только язык, но и знают, как себя вести в том или ином обществе, тем более выезжают на работу за границу. Стенд Центра многопрофильного довузовского образования «Уникум» привлекает особое внимание старшеклассников. Предлагаю большое количество услуг. Это и очные занятия в университете, которые ведут наши преподаватели. Это дистанционная форма, по которой могут учиться абитуриенты из всех регионов России и даже ближнего зарубежья. Это профильные классы, которые с каждым годом все больше и больше открываются в школах Москвы, ближайшего Подмосковья и проекты дистанционных профильных классов в регионах России. На традиционной встрече с руководством университета старшеклассники знакомятся с программой и системой обучения в РУДН, задают интересующие их вопросы. Предоставить наиболее полную информацию по всем направлениям подготовки и сориентировать будущих студентов в выборе вуза – вот главная задача мероприятия. Ректор университета, академик Владимир Филиппов, точно знает залог успеха выпускников. РУДН дает возможность получить сразу несколько дипломов по разным направлениям и специальностям. Когда остается учиться 2 года в магистратуре и год последний, 3-й, 4-й в бакалавриате, то есть 3 года еще остается, постарайтесь обязательно брать 2-е высшее образование. Вам в жизни это пригодится, то, о чем я говорю. Вы приедете на рынок труда и говорите, у меня диплом от экономиста, диплом юриста. И вот тогда вы уже конкурентно способны за всеми другими. Правильный выбор вуза сегодня повлияет на успешную карьеру выпускника завтра. Здесь не должно быть суеты и спешки. Сегодняшним школьникам предстоит сделать выбор немаловажного этапа в своей жизни. Многие из них приехали в РУДН далеко не в первый раз, ведь они точно знают, где хотят учиться и кем станут в будущем. Олеся Захарова, Екатерина Глубина, Азим Шахрияр, Мухаммад Залиту. Новости ТВ РУДН.